Приветствую! В этом видео вы увидите реальные видеосъемки разных звезд через телескоп. Звезды разных цветов, двойные системы, съемки при разной чувствительности камеры и разной экспозиции. Вид звезды во многом зависит от качества оптики телескопа, правильно ли настроена оптическая система, правильно ли сфокусирован телескоп. Но во многом вид звезды в телескоп зависит и от состояния атмосферы, высоты звезды над горизонтом. Подробные характеристики телескопа и камеры даю в описании под видео. Сириус – звезда созвездия Большого Пса, ярчайшая звезда ночного неба. Находится на расстоянии 8,6 световых лет от Солнечной системы и является одной из ближайших к Земле звезд. Кастор – яркая звезда из созвездия Близнецов. В любительские телескопы можно рассмотреть, что эта звезда не одна. Две ярких звезды на самом деле входят в группу из шести звезд, связанных узами гравитации. Но малые компоненты в любительский телескоп не рассмотрим, а две эти яркие звезды хорошо видны. Бетельгейзе – яркая звезда в созвездии Ориона, красный сверхгигант. Эта звезда может взорваться в ближайшее время. Но что значит «ближайшее»? Точно предсказать время взрыва Бетельгейзе современная астрономия не может. С уверенностью утверждать о приближении этого события ученые смогли бы лишь за несколько дней до вспышки, по увеличению потока испускаемых Бетельгейзе нейтрино. Поэтому в научно-популярных публикациях речь идет о том, что Бетельгейзе может взорваться в любой момент в течение ближайших 10 тысяч или 100 тысяч лет. Альдебаран – звезда в созвездии Тельца, звезда оранжевого цвета. Открою, возможно, для многих главный секрет. Мерцание звезды, возникающие яркие лучи – это не мерцание самой звезды. Это преломление света звезды в атмосфере Земли. Воздух разной температуры имеет разную плотность, и на границе плотностей свет преломляется. Немного меняет свое направление. Например, в сильный ветер при изменении погоды звезды могут сильно мерцать, что часто бывает заметно даже невооруженным глазом. Но при наблюдении в телескоп это придает некой красоты звездам. Красивая звездная пара Альбирео в созвездии Лебедя, но ее мне удалось заснять лишь как одиночный кадр. Созвездие Ориона, которое выглянуло из облаков, как бы намекает вам. Стоит подписаться на новые видео канала и посмотреть уже загруженные. Желаю всем мирного неба!